элементы оборудования, как я сказал в начале, вся вот эта наша методология анализа надежности основана на компонентах. Поэтому мы здесь так просто даем, даже называется мастер-класс, поэтому с вашего позволения мы даем рекомендации, которые мы сами используем в проекте. Первая рекомендация – это описание компонентов, то есть основных ресурсоопределяющих узлов оборудования, с тем, чтобы именно для них делать оценку вероятности их неисправности и влияния на оборудование. То есть отказ муфты влияет на отказ там насоса. Да? То есть такая логика, более сложная. Ну, пример узлов понятен. Соответственно, еще раз там здесь повтор идет, можно сказать, моя идея, что зачем нужны узлы именно как справочник. Думаю, что большинство, ну даже у вас, наверное, в журнале дефектов пишут, ну, вот такие слова, да. То есть от руки, синей ручкой, ежесменно диспетчер, либо там начальник смены пишет там массу всяких своих наблюдений. Ценность этих наблюдений, она одна смена. Пока механик, значит, почитает журнал, сделает какую-то работу, на этом запись умирает. Второй вариант – использование неких справочников, которые позволяют ту же самую запись описать в виде некой таблицы. Соответственно, фиксация в информационной системе событий позволяет вам сделать потом анализ корневых и наиболее типовых дефектов, последствий, и тем самым у вас замыкается цепочка принятия решений по оборудованию. Какие дефекты, какими работами устранились и как это повлияло на следующую историю дефекта.